Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и я по традиции сегодня вас приглашаю в свою гардеробную, покажу те вещи, которые и мне удалось найти в секонд-хенде за эту неделю. Вещей интересных я нашла много, все подробно с примеркой вам, конечно, покажу. А сейчас приглашаю вас в примерочную секонд-хенда, где я набрала много вещей, и все, что взяла в примерочную, покажу, что из... взятого в примерочную я купила и принесла домой. Сегодня тоже вам покажу. Давайте посмотрим. Первая вещь — это вот такая куртка-косуха, имитация под натуральную кожу, но это такая ткань, которая имитирует натуральную кожу. Классный цвет, хороший фасон, хороший дорогой магазин. Жалею, что не купила эту куртку, в следующий раз поехали, ее уже не было. Куртка на самом деле и по размеру мне подходила, и в отличнейшем состоянии, и немножко с утеплением, но в общем не взяла. Следующую блузку, ну в принципе обычный фасон, не моя цветовая гамма, взяла вам показать, в хорошем состоянии, тоже из дорогого магазина, вот такие заклепки, но не совсем мой стиль. Следующую блузу летнюю вам покажу в примерке, посмотрите до конца на вешалке, это что-то непонятное. Вот это летняя блузка из ткани район, тоже классная яркая расцветка, взяла примерки покажу, досмотрите видео до конца, тоже мне очень понравилось. И, конечно, ваш совет тоже мне очень будет важно услышать. Это рубашка с принтом, огурцы. Взяла я ее тоже, о чем не пожалела. Не совсем моя цветовая гамма, но она такая классная, стопроцентный коттон. Примерки тоже вам ее покажу. Отлично вышито, хорошее лекало, кнопки с перламутровым таким оформлением. В общем, классная рубашка, взяла, покажу в примерке. Этот жакет тоже взяла, чистый лен, 3/4 рукав, в примере покажу, отличного качества, из дорогого магазина, в общем, тоже взяла. Эту блузку оставила в магазине, яркая, не совсем мой принт, в общем-то, не взяла, оставила ее в магазине. И, мои дорогие, несколько вещей классных я, конечно, забрала. Первую вещь, которую хочу вам показать, это вот такой жакет. Жакет Studio Works, магазин не из дешевых, размер L. Льняной классный жакет в таком стиле. С одной стороны, офисный какой-то стиль, отложной воротничок, но вот элементы карманы, сами пуговицы и то, что это 3/4 рукав, в общем, с таким оттенком милитари, что ли, есть, но это натуральный лен. Сейчас покажу вам состав ткани. Здесь вот написано 100% лен и 100% полиэстер, это подкладка. Подкладочная ткань, естественно, это полиэстер, а вернее, сам жакет выполнен изо льна. Люблю льняные вещи, натуральный материал, пуговицы тоже такие интересные. Ну, классный жакетик прямого кроя, по размеру мне хорошо подошел. Нравятся мне льняные вещи, можно и с джинсами, с юбками, с какими-то шортами тоже комбинировать. Так, следующая вещь тоже, которая была в примерочной. Вот эту вещь я забрала сразу без примерки. Сомнения у меня были по поводу вот открытого, вот этого, вернее, слишком открытый вырез мне показался. Но на самом деле в примерке он хорошо мне подошел. Вот так выглядит. Ткань район, моя любимая ткань. Классная. Ну, такой, как бы, деревенский стиль, рукав, тоже 3/4, свободный крой с какими-то, возможно, джинсовыми шортами, может быть, с ковбойскими сапогами будет классно смотреться, расцветочка такая деревенская, тоже классная, и по низу вот такая кайма, ну, в общем, такая интересная летняя классная вещица, тоже летом люблю подобные вещи использовать, носить. Следующая вещь, которая мельком, вернее, промелькнула лишь в гардеробе, вернее, в гардеробной самого магазина, и
Вещь эта классная, тоже летний, вот такой трикотажный топ с открытыми плечами и опять в том же стиле рукав такой расклешенный. Здесь вот тоже они чем-то похожи по стилю, тоже, думаю, с какими-то ботильонами, да, грубыми, либо с сапогами будет классно смотреться, с шортами также, тоже из недешевого магазина эта вещица. Так, и тут, по-моему, по составу, ну, обычная трикотажная ткань. По рукаву идет вот такая вставка. В общем, такая интересная тоже вещица. Пускай будет. Следующая вещь — это рубашка. Тоже я по поводу вот этой рубашки сомневалась, так как у меня в гардеробе очень много рубашек. Я вам их показывала все разные. Но основной как рисунок — клетка, либо какой-то цветочный принт. Вот тоже я вам показывала. Тоже такая веселенькая. Ой, рубашка с таким тоже цветочным принтом. Но в огурцах у меня еще не было рубашки. Она тоже такая под джинсовую какую-то одежду с юбкой тоже будет хорошо. Купила, потому что очень качественно она сама выполнена. И это 100% катон. Очень аккуратно вся отделка. Все просто замечательно скроено. И очень интересен мне показался сам рукав. То есть, вроде бы, ну, она такая обычная рубашка. А посмотрите, тут по рукаву вот такая рюшка. И можно как отложной воротничок. Мне практически все вещи приходится рукава подворачивать. И это вот тот самый вариант, когда вот этот, эта манжета классно именно выглядит. Вот такие какие-то детали, они создают и именно тот эффект необычности. Мне очень понравилась эта рубашка. И сочетание вот двух принтов тоже интересно, да, клетка и огурцы. И, в общем-то, вот такая рубашечка. Тоже, думаю, можно надевать эту рубашку как самостоятельно, просто в застегнутом виде. Можно под низ какую-то майку. Кстати, вот оттенки тоже такие очень приятные. Тут и элемент розовый какой-то есть, и телесный. На загорелой коже будет хорошо выглядеть. И вот крой кокетка, посмотрите, вот так, оп, уголком. В общем, если присмотреться, то рубашка классная на самом деле. И качественно выполнена. И, в общем-то, необычный принт тоже понравился. Так что вот такие на сегодняшний день покупки. Напишите свое впечатление, понравился ли вам сегодняшний ролик или нет. Жду ваших впечатлений, жду ваших комментариев. Давайте обсудим все сегодняшние покупки в комментариях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.